Карыч, я уже все перепробовал. Картины писал, стихи ей сочинял. Безнадежно. Чувствуешь, бараш, всего две струны у пандура, а как он поет о любви? О любви? Он-то мне и нужен. Извини, бараш, пандур дать не могу. Он только для исключительных случаев. У меня очень исключительный. Что мне сделать, чтобы ты разрешил мне на нем сыграть для Нюши? Во-первых, на пандуре играют в горах. В горах Дагестана живет древний кавказский народ аварцы. Его представители известны силой, храбростью и независимостью. Ведь без этих качеств не выжить в горах. Аварцы считают своими символами волка и орла. Без попкорна? Никогда не согласилась бы так высоко забираться. А между тем, Нюша, сладкая кукуруза – это традиционный рецепт горцев. Орел, Карыч, Нюша! Летом пастухи перегоняют стада на пастбища высоко в горах, где много травы. К зиме спускаются ближе к селениям. В горах обычно холодно, особенно ночью, поэтому аварцы носят теплую одежду из овечьей шерсти и шкур. Карыч, я отсюда спою. Нюша, я... Бараш, ты что там делаешь? Нюша, я орел. Пандур хорош, ты прекрасна. Решился, наконец. Аварская лезгинка отличается от других кавказских танцев зажигательным быстрым темпом и резкими движениями. Лезгинку называют танцем орла. Поднятые руки танцующих – это крылья гордой птицы. Я услышал песню пандура и будто взлетел. Теперь он твой. Карыч, он же для исключительных случаев. Для кунака, то есть друга, ничего не жалко.